Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции беру, следующий: человек не хочет есть. Ну, частенько это встречается с людьми, у которых ведут неправильный образ жизни. Потому если у вас частенько возникает желание не есть, а потом возникает резко жор, простите за такую риторику, то, пожалуйста, поменяйте свой образ жизни. И все, всего лишь навсего. Станьте более активным, физические нагрузки давайте, обязательно гулять нужно, а не сидеть сидим дома. И что? Так само вы породите новый образ жизни в себе. И энергетика начнет течь что? По-новому. Вследствие чего, если все течет по-новому будет желание, аппетита у вас появится. Элементарно просто. Но иногда переедание приводит к тому, что человек не хочет есть очень длительное время. Перекусы. Человек перекусил и не хочет есть. Тем самым меняет, скажем так, ритм своего желудка. Вредные привычки частенько, злоупотреблением алкоголя то же самое. Ну, конечно же, жирная чаще пища, допустим, человек злоупотребляет. Либо сухой пищей часто человек злоупотребляет. Ну, это все приходит к тому, что человек не хочет есть. Также есть категория людей, метеозависимые, у которых очень сильно падает давление, то же самое, вследствие чего, может что, человек не хочет есть. Ну, и, конечно же, нужно взять преклонный возраст людей, и нужно взять людей, которые болезнь истощила. Истощила что? Жизненный потенциал, жизненную энергетику. Нет ци в человеке, чтобы человек возникло желание покушать. Почему? Потому что организм, пока находится на этой земле, пока он живой, он требует что? Снабжение энергетика. Пусть и физическое, но требует. И человек себя воспитал в этом, и человечество. В чем нам может помочь акупунктура? Прежде всего, диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что те люди, которые не хотят есть, иногда у этих людей завышена энергетика. И эта завышенная энергетика уже не может покинуть систему 12 меридианов, она именно ее и заблокировала. Что нужно сделать? Расслабить все эти 12 меридианов, выпустить этот негатив, который человеком управляет, человека подавляет, и человеку навязывает новый ритм. Вследствие чего, когда уйдет все старое, придет все новое. Человека главное, что? Поддерживать это новое. Ну а те, которые истощенная энергетика 12 меридианов, данная точка ВЦ5 Шимэнь тонизируется, активизируется. Лучше всего данную точку при диагностике, если показала слабость, вялость всех 12 меридианов и общего баланса, данная точка лучше всего прогревать ее. А при избытке ее нужно расслаблять. Спасибо за внимание.